Здравствуйте, дорогие мои зрители! Покажу я вам сегодня вот такую подборочку флюоритов по вашим многочисленным просьбам. Поехали! Сегодня у нас неизельбер. Неизельбер будет и от Андрея Крамарева, и от мастера Романа. Смотрим. Флюорит не очень высокий. Подложечка черный змеевик или серпентинит. Это от Андрея Крамарева. 18,5 размер. 1600 рублей. Вот такой пейзажный флюорит. Значит, камера показывает его все-таки синим больше. Он, ну, я бы сказала, вот цвета действительно морской волны, сине-зеленого цвета. 1600. Вот такая фантастическая капля. Пейзажный флюорит. Смотрите. На черном серпентините 18,5 размер. 1500 рублей. Вот это красота. Неизельбер в серебрении. Вот два колечка были. Еще колечко на стекле. Неизельбер в серебрении от Андрея Крамарева. Размер 19. Стоимость 1500 рублей. Вот видите, он фиолетового добавляет, а колечко синее. Вот, вот, показывает. Вот такая красота. Высокий кабошончик. 1500 рублей. Следующее колечко. Тоже от Андрея Крамарева. Вот такие тут и горы, и долины, и вот такой пейзаж. Обратная сторона. Черный серпентинит. Размер 18,5. Это колечко стоит 1200 рублей. Что ж такое? Вот. 1200 рублей. Вот такое оно. Не очень высокое. Вот такой пейзаж. Дальше я покажу комплекты, которые у меня остались от предыдущего видео. Высокий кабошон. Обратная сторона. 18 размер. Это неизельбер от мастера Романа. Вот так. Вот такой шикарнейший комплект. Посмотрите, прозрачный. Вот такие прозрачные серьги. Стоимость его 4600 рублей. Смотрите, какие фантастические серьги. Вот такая у нас сегодня с вами подборочка. И еще один комплект. Ага, 4600 рублей. Вот я все-таки так и не могу его показать. Вот смотрите. Вот. Вот он, красавец. Значит, вот эта сторона сиреневая, а вот эта синяя. Смотрите. А камера не показывает. Вот так. 4600. Размер 18,5. Ну вот вообще, вы знаете, очень тусклый и непривлекательный комплект. На самом деле он, конечно, очень яркий. И серьги яркие и живые. Смотрите. Вот. Красавец. Сиренево-синий. Видите, а камера показывает. В общем, что хочет, то и показывает. 4600 комплект. Значит, одна серьга весит 8 грамм. Так, и 4, вернее, 3 комплекта у нас будут по 3650 рублей.
небольшие, тоже на стеклышках, размер 17,5. Вот так. И сережечки. Тоже сиренево-синий комплект на каждый день. Вот мне думается, 3,650. 17,5 размер. Нейзельбер от Романа. Еще комплект. Тоже сиренево-синий. А вот этот показывает. Ну вот как так. Одно хотим, показываем. Другое не хотим. 17 размер. Маленький. Сережечки. 3,650 стоимость комплекта. 17 размер. Нейзельбер от мастера Романа. Вот так. И последний комплект. Смотрите. Вот надо все-таки с фонариком его смотреть. Вот, красавчик, смотрите. Вот он. Вот, вот сразу показывает. Вот. Размер 16,5. Вот маленькие размеры остались. Видите, большие ушли. Вот такая красота. Хотя, может быть, кто-то и ищет маленькие размеры. Нейзельбер. Серьги в трех комплектах по 5 грамм весом. Так, 3,650. Разобрались. Дальше. Смотрите, какие камни. Это вещи от мастера Романа. Прозрачные. Просто фантастические камни. Вот они, смотрите. Вот такая красота. Так, что-то кнопка залипла. Или куда она там делась? Вот так. Значит, размер 18,5, ближе к 19. Стоимость этого кольца 2100 рублей. Еще колечко, еще фантастика. Значит, кольцо вживую гораздо ярче. Почему-то камера, я же говорю, в синий. Вот она его. Вот, смотрите. Вот эта часть вообще ярко-зеленого цвета. Ну, как мне сказали, я тут могу что угодно рассказывать. А камера показывает то, что она хочет. Высокий кабошон, прозрачный, размер 18,5. Вот так. Стоимость 2100 рублей. Еще колечко. И еще фантастика. Смотрите. Вот такая красота. Высокий кабошон. Обратная сторона. Размер 18. 2100 рублей. И еще колечко. Смотрим. Так, и ничего не видим, потому что темно. Почему-то флюориты, вы знаете, вот на вот при дневном свете флюориты и турмалины. Вот я для себя просто сделала уже пометочку, но снимаю поздно, детей уложила, уроки поделали, и вот теперь... И для вас снимаю. Значит, размер 17,8. Вот насколько невзрачное кольцо вот на камере, вот настолько шикарнейшая полосатая фиолетово-синяя, фиолетово-синяя полосочки. Видите, только вот показать на камере очень трудно. Так, 2100 рублей.
Значит, говорила всем и продолжаю говорить. Получили? Не понравилось? Напишите мне. Пришлете обратно, и либо поменяю, либо я верну деньги. Не вопрос. Смотрите, какая фантастика. Вот такой кулон. Вот с такой радужкой. На стекле. И вот такая красота. Так, стоимость кулона 2100 рублей. Значит, кулон небольшой, не длинный. Его длина 6 сантиметров с бейлом вместе. Ширина 3,5 сантиметра. Вот такой, в общем-то, очень ноский, я бы сказала, кулон. Если можно употребить это слово, вот в данном случае. 2100 рублей. Еще фантастика. И еще 2100 рублей. Смотрите. Вот радужка. Да что ж такое, кнопка залипла. В самый неподходящий момент все происходит. Вот такой шикарный камень. Очень высокий. Размер 18,5-19. 18,8. Вот так. Вот так. Фантастическое кольцо. 2100 рублей. Смотрите, радужка пошла. Вот так. Еще кольцо. Смотрим. Угу. Так, опять бороться начинаем с кнопкой. Так, вот такой высокий. 2000 рублей. Так, следующее колечко. Вот опять он показывает голубым. Кольцо цвета морской волны. Вот синее, сине-зеленое вот такого цвета. Ну, камера у меня живет отдельной немножко жизнью. Поэтому тут вот и то, вот смотрите, даже со спецэффектами, вот все равно синеву дает. Он больше зеленый. Так, колечко у нас. Размер 19, могу его увеличить. Смотрите, вот так на ручке. Стоимость его 1850 рублей. Значит, вот это колечко от Андрея Крамарева. Размер 17, стоимость его 1000 рублей. Смотрите, вот такая иризация у нас идет. Вот так. Не очень высокое колечко 17 размера. 1000 рублей. Еще одно колечко. Вот оно. Так, сейчас уберем то, что мы тут. Так, вот так. 800 рублей на стекле. Размер 19. Нет, 18,5. Вот так. 800 рублей стоит это колечко. Вот так. Так, еще одно колечко от Андрея Крамарева. Вот такой фиолетовый, невысокий, кабошончиком. Обратная сторона, размер 18,5. 1600 рублей стоит. Очень стильное кольцо. Вот так. Так, и дальше колечко от Романа. Вот такая подушечка, я бы сказала. Двойная шиночка. Размер 17,5. Вот такой. 1600 рублей.
И еще колечко. Вот такая красота. Вот он. Не очень высокая. На стекле. Размер 16. Вот так. 1200 рублей. Итак, четвертый ряд. Вот это колечко. Смотрите, вот оно. Вот такое разноцветное. Размер 19. Стоимость его 1600 рублей. Смотрите. Смотрите, иризация какая. Еще колечко. Это Низельбер, мастер Роман. Вот такая фантастика на стекле. Размер 19. 1700 рублей. Смотрите. Вот так. И остальные у нас будут по 1850 рублей. Смотрите. Смотрите, какая красота. Размер 20,5. Вот так. 1850 рублей. Вот он. Смотрите. Вот. Вот по краешку. Вот, видите? Вот такой цветок у нас. Прямо посередине почти. Размер 20. Вот так. 1850 рублей. Смотрите. О, дети чирикают там. Наверху. Так, еще кольцо. Смотрите. Вот оно. Вот. Заиграло. Напоминает очень сильно морские водоросли на руке. Вот так. Размер 19. Смотрите. Вот такая радужка. Высокая. 1850 рублей. Еще кольцо. Зелено-фиолетово. И желтеньким тут есть еще. Смотрите. Вот так мы вот играем. Высокая. Обратная сторона. На стекле 19,5 размер. 1850 рублей. Еще колечко. Вот такая зеленая травка. Значит, оно ярко-зеленого цвета. Вот с белой полосочкой. Обратная сторона. Размер 19,5. 1850 рублей. Вот так на ручке. Вот такой стилизованный листик. Смотрите. Вот он. Вот так. Вот. Красота. С полосочкой. Обратная сторона. На стекле. 19 размер. Вот смотрите. Смотрите, как здорово удлиняет ручку. Ну и вот еще и попутно заигрывает, так сказать. Вот так. 1850 рублей. Так, и последнее колечко в данном показе. Обратная сторона. Размер 19. Ну, это так вот, чтоб аж из космоса. Понимаете, да? Вообще красота, конечно. Низельбер. От мастера Романа. На стекле. Прозрачное абсолютно кольцо. Очень красивое. Смотрите, играет как. 1850 рублей. На этом я заканчиваю наш сегодняшний показ. Будьте здоровы. И всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.